Добрый день, уважаемые слушатели. Хочу обратить внимание на такой рыхлитель или чудо-лопату, еще говорят. Сразу скажу, я взял ее конструкцию с интернета. Доработал только чуть-чуть. Почти точная копия. Но немножечко я сделал по-другому. Длину ручку. Значит, сделал я 6 штырей из 6 штырей. Вернее, из 7 штырей. 6 я еще не сделал. 6 буду делать. Из 7 штырей. Пробовал с 8 штырей, но не получается. Получается пропеллер. Почему я еще по 2 штуки сюда? Чтобы было крепче, чтобы полностью выходило. Потому что если с одной стороны или просто с двух, то средняя зацепится за корень какого-нибудь плодового дерева и может пропеллер выгнуться вниз, а потом выравнивать. Вот. Потом может быть еще вот этот уголок. Это уголок у нас по 32 уголок. Тоже может пропеллером быть. Для этого я для жесткости вот наварил вот эти прутья. Это семерочка или шестерочка. Шестерка, кажется. А может, семерка. Вот свежая сварка. Прут сломался. Вот этот я переваривал новый. Мне понравилось. Хорошо копает. Сначала я думаю, не взрыхлит землю, будет жесткое, что попал. Но отличная вещь оказалась. Ну, ширина, я скажу, ширина 55 сантиметров. 55 сантиметров. Экономия замечательная. Длина штырей, если брать. Так, 27 сантиметров. А так, полезная площадь. Вот так, вот так. Значит, 24. 9 штырей. Расстояние между ими 9 сантиметров. Соответственно, здесь от центра 4,5. До этого. Длиннее я не советую делать. Вот этот штырь, вот этот штырь, он приварен снизу. Зачем это? Чтобы когда поднимаешь, выходили полностью наружу, ниже были рама. Вот эти удлинил. Почему я удлинил вот эти? Чуть длиннее сделал, потому что когда выкапываешь, вот так выкапываешь, вот эта рама, вот эта нижняя, чтоб не поднималась. А вот эти будут мешать, вот это будет мешать ей упор подниматься. Вот, отличная вещь. Под уклоном сделал, определенным углом сделал. Как сделал? Вот когда я ручку вот эту держу в руках в нижнем положении, я полностью стою. Но так, чтоб она вышли штыри наружу, и я не наклонялся. Это экспериментальным путем надо приваривать уголок, определять под углом, какой угол. Длина под себя я сделал. Это тоже подрост. Надо варить. Вот. Так, отлично. Сейчас гляну штыри рамы. Так же самое, 27 и чистая 24, полезная площадь. Полдюймовая труба, что было, то и варил. Штыри, я не знаю, вроде не каленые, но советую каленые. Ими, на них крепилась батарея чугунная. Они у меня уже были, поэтому я их использовал. Все. Всего хорошего. Сейчас мы посмотрим дальше,
Как я ее копал. Так легко получается копать. Вроде бы громоздкая, тяжелая конструкция, но легко отодвинул, надавил. Быстро, эффективность большая. Я сварил давно, но только год спустя попробовал ее работать, потому что я сомневался, что она хорошо взрыхляет. Но взрыхляет она очень хорошо. Не меньше, чем лопата. И скорость большая вскапывания. Самое главное, позвоночник, нагрузки нет на позвоночник. Стою. Вот. Не нагинаюсь. Легко. Копал и вернул. Угол ручки так сварен, что у меня не наклоняется спина. Смотрите.